Здравствуйте, друзья мы! С вами Винкондишн, и сегодня любимая вами рубрика, которая нами незаслуженно забыта, это «Война бустеров». И воевать сегодня буду я, Александр Хобитиран. И что это за мальчик? Что это? Кто ты? Кто ты? Откуда ты взялся? Ну-ка, кто это? Кто это? Вы помните еще, кто это? Это Арна. Вот, и сегодня мы начнем с тяжелой артиллерии. Это пачки инвазии. Арне, когда сказал, что у нас будут на войну бустеров пачки инвазии, он... Покажи, как ты сделал в камеру. Вот, Арне, расскажи, почему инвазия это круто. Ну, я ее застал, когда начинал. То есть, эти карты еще были в обиходе. И этот сет, этот блок, это 2000-2001 год. Практически время самого первого гран-при Москва. Вот. И это еще мультицветный сет, то есть там куча многоцветных карточек, куча стабилизации, куча очень прикольных карт с пинками во все цвета. То есть драфтить его действительно весело. Это старые карточки, это ностальгия. Пачки стоят. Да, это очень дорогие старые пачки, друзья. Как и вот, в принципе, вот. Да, как вы видите, у нас здесь есть энное количество бустеров, и на каждом из них, каждого из них по два, и на каждом из них мы поиграем в войну бустеров. Так что не забывайте подписаться, поставить лайк, впереди будет множество угара и классных игр. А пока я расскажу вам, как мы вообще играем в войну бустеров, так сказать, для вновь прибывших. Итак, мы делаем сначала следующее. Мы берем по пачку. И открываем его. Ты тоже это делай. Так, напомни мне, сколько здесь календариков? Здесь, по-моему, без базика. 11, 12, 13, 14, 15. 15. То есть здесь без базика и без токена. Просто да. 15 карт. Отлично. Значит, сюда мы, несмотря что в этих пачках, вот вы можете посмотреть, я не вижу этого, добавляем по 2 карточки каждого цвета земель. Как вы видите, карточки 2001 года и 2019 ничего не отличаются практически. Ну, чуть-чуть, может быть. 2000-го, да. Вот, мы берем, шафлимся, и у нас получается такая импровизированная колода. Да, мы не знаем, что в ней. Это некоторое такое Монте-Карло. Но в этом-то и есть весь смысл войны бустеров. А дальше мы этими колодами играем практически как и по обычным правилам магии. Первый мулиган у нас платный, мы берем до 6, потому что, ну, ты как минимум смотрел свою руку, ну, некоторый адвантаж у тебя есть. Также мы играем по правилу, что у нас можно смилиться, если ты не убил оппонента, не успел и подровал карточку из пустой библиотеки, то ты проигрываешь. Но есть у нас некоторые послабления. Если вам нужно сыграть тройной цветной манокост, при условии того, что два источника у вас уже на столе, вы можете заплатить тройной цветную ману одинаковую. Допустим, ну знаете, гоблин Чинвиллер сейчас, у него три красные стоят, а у нас всего две горы здесь. Так что вы сможете заплатить фериксийски, заплатив два хиточка. Ну что ж, ты готов, мой друг Арно? Я готов. Поехали. Давай подснимем друг друга. Бодыщ. Вот. Давай, положи красиво с этой стороны, вот так вот. И мы кидаем суперские кубы на ход. Ты видел, как я кинул? Это было шикарно. Я сомневаюсь, что ты кинул, но допустим. Ну, видишь, все нормально. Ход будет потому что первым. Я кинул. Раз, два, три, четыре, пять. Ты их поставил. Так, ты обвиняешь меня в чем-то, да? Нас чат рассудит. Чат, рассудите нас. Итак, смотрим наши руки. Немножечко вот так вот, наверное. Вот так вот. Что мы здесь видим? Мы видим энное количество существ со старыми артами. А я думаю, нет. Я думаю, все у нас будет хорошо. У меня просто один хороший спелл сейчас на руке, который тебе очень понравится. Мне тоже все нравится. Я буду ходить. Могу? Давай. Мунтен, давай. Дуалочка. Дуалочка? Ну что как бы. Дуалочка? Как бы дуалочка. А-а-а. Возьму карточку. Которая проедается ради двух ман. Слушай, это, я не помню, как рарки тогда выглядели, но это, по-моему... Нет, это не рарки, это просто существо. Там держи. Реальные рарки есть. Вот это замечательный каву, который получает плюс 2, плюс 0. По-моему, это заявка. Когда атакует. Так что еще короче, не факт, кто выиграет. Давай. За две маны. Это как-то неприятно, малыш. Вот так вот. Малость неприятная.
самая малость. Не, я пока слаб ходил. Видимо, я приму 3 повреждения. А я пока ставлю земельчики. Давайте не буду сейчас больше существ ставить. Я буду ходить в атаку. Давайте. На 3. Да, у меня меньше. И хочу что-то сделать. Это рарка? Это рарка. Да, я поднял свою рарку. Это мангуст с хекс-пруфом. Который еще не контрится. И не контрится. Мангуст что делает? Не контрится. Ну, а так существо 2-1. Ну, неужели тогда были такие существа с таким этим самым были рарками? Мне кажется, ее сила этой карты сейчас бы это был камончиком. Нет, это вполне себе тянет на рарку, потому что не контрится и не цель. Ну, окей. Ну, давай передал. В принципе... Старый арт. Задумался я. Есть пару опций. Кого бы поставить. Смотрите, какой пока Арна думает. Смотрите, какой у меня замечательный нарисовали альтерацию. Будет моим деккипером. Я забыл, что мне нужен деккипер. Здесь вот так вот выглядывает. Нет. Я буду играть. Что это земелька делает? Давай почитаем. Ну, можно и проесть ради 2 минут. А-а-а, прикольно. Это на один раз. Ну, кто это? Такого. Кто это? За зеленый что-то делает? Зеленый получает пробивной до конца хода. А кто он по масти? По масти он Виашина. Он какие Виашины мы знаем. Могу, да? Он Виашерка. Отлично. У меня все великолепно. Смотри, что я умею. У меня есть Бинелиш Траппер. It's a trap! Он будет тебя трапить. И поворачивать. Биналиш тай-трэп. Да. Так, 3-1. Если ходит в атаку 1. Да, да, да. Даже не знаю, что делать. Но вообще, флювиновый удар это обидно. Я не знаю, тут нужно типа рейсить в этом формате, пока я на коне. Но я не буду, я передам в этот раз. Слабый маг. Нет, ты. Почему бы и нет? Ну, у Арны тоже собирается. О, господи, да, что это? Драки. 2-1 летает, за белую до конца хода качается попа. Ура. Ну что? Ходи. Антап. Апкип. Ну, смотри, у меня все собралось, а у тебя? Ну, у меня, в принципе, можно сказать, тоже. Смотри, что я хочу сделать. Во-первых, я хочу сделать... Харакири? Сипоку? Чтобы... Вот этот парень ушел тебе в руку, не блокировал. Ну, в смысле, погнулся. Да, погнулся. А вот этого парня вернем в твою руку и подтянем карточку. Где-то знакомый арт, где-то он, по-моему, еще играет. Мы перевязали. А с таким же артом? Не с таким же, но вот прям вот репульс. Репульс. Репульс хотя... классическая карточка. Играет, по-моему, в паупере где-то. Я, наверное, ее да, видел где-то в да, паупере, в паупере, и поэтому... точно, да, играет. Так, у меня первая карточка. Ну что ж, я хочу в атаку. Давай. На 3. Ну ладно. Давай, передал. Карт на руке. Карт на руке достаточно. Дрелась. Задумаюсь. Еще раз Виашина, да. Приходи. Один раз Виашина, всегда Виашина. Он жопку себе растит, да? Да. Слушай, я хочу хорошую за карточку. Смотри, что у меня есть. Играю с Арсу с кикером. Во-первых, вот так вот. И еще кикер. Первый удар. Как оно играет? Кикер дополнительно да, доплачивается, да? То да. бишь, оно и зеленую. Да. Они получают плюс один и первый удар. Жопку ты не сможешь отрастить. Нет, на один сможешь. На один смогу. Если пожертвуешь вот эту, да? Не, вот эту. Ну или эту. Ну окей. Хочу в атаку. Давай. Назначил, назначил, назначил. Так, они там плюс... Плюс один, плюс один еще, да? Да. Savage Offensive. Запах, ну запах, не знаю, просто старыми картами пахнет. У тебя карт на руке 2 осталось, да? Тут какие-то эльфы, правильно? Да, какие-то эльфы крошат каких-то роботов. Ну, что неважно, это? Там 2, наверное, сдал, потому что у меня мало хитов, у меня есть план на игру. Ну да. И на 2 меня принесло. Да, всего лишь на 2, потому что этот идет не один в атаку. И я передал. Okay.
Ну, что поделаешь, война бустеров здесь есть некий рандом. Вообще, войну бустеров многие играют в разных форматах, но у нас на канале так сведено. В общем-то, если вы перейдете на одни из первых видео на нашем канале, то там очень много войны бустеров. Свой ход такую скажу. Такую знаем. Ну, это как то, что сейчас играется только за 2 маны. Там... Да, you gain 3 life, это дроп. За 3. Так, запиши. 15. Понял, правильно. Праведную? Праведную. Ну, лютон ходил. Ух ты, какой лютон. А, это вот и не видел, да. Скикер, нет, без скикера, сэплайн. Да, ну, энчантментов не так много. Просто 1-2. Противных. Тем более с одного пачка. Рандомно. Ну, что, я сейчас надрогаю. Ну что ж, надо его тапать. Так. Ну, надо идти в атаку на 3. Окей. И я передам тебе ход. Окей. Противные вот эти все эти вещи, да, которые тапают существ. Что, да. Что у тебя там такое, что ты не играешь? Это анкомончик, да? Видишь, они немножко по-другому да. отображались. Это рарочка. Чарку сюда. Чарка нас... зачаривает землю. Какая прелесть. Смотрите, да. Какой классный арт, друзья. Так. Теперь что земелька выбранного типа. Ну, и что он? Черненьким становится? Да. Но зато у тебя теперь красного нету, да? Что ты сказал? А-а-а, все понятно. Арна умный, Арна все продумал. Не, ну вообще теперь красная она не дает, да? Да, это болото. Ты так сильно не это. Пусть твой грейв лежит вот так вот. Угу. Должны показывать нашим юным и не очень зрителям старые крутые земля карточки. Что здесь есть интересно? Здесь есть абсорб, кстати, друзья. Абсорб, кстати, в этом сете был. Ну, господи, что это за дикий мужик многоцветный? 2-2 защита. Протекшн фрума. Я не смогу его тапать! Да. Блин. Ну, что, могу? Может быть. Можно? В следующей жизни. Ты что-то могёшь. Издевается надо мной. Так, на тебе еще одну беленькую. Ага. Ага. Слушай, неужели так давно уже были эти да. двухсторонние карточки? Но да. я не буду. Здесь я могу только сыграть одну часть, как же как в сейчас, этом да? Блоки в этом сете это первый раз, когда они появились. Вот видите, небольшой экскурс в историю. Я выбираю только один режим, да? Да. Ассаут сюда. Ну ладно. Ассаут за ассаутили Арне. Или мог слона создать. Прикольные карточки. Я хочу по старой схеме okay. и хочу в атаку okay. и хочу передать тебе ход. Тебя там не вперед немножко. Да видишь, поднимаю какие нужны карточки, все нормально. Ладно. Почему ты в тот ход не ходил в меня в атаку? Ну потому что если ты этого не убивал, не тапал, да, то типа я мог им поблокать. То есть у тебя выбор. То есть ты тапаешь этого, это не остается. Типа я тебя могу поблокировать. А так ты его убил, типа потапал. Next level magic. Так бы у меня и точек у меня было меньше. Ну давай, жги. Покажи силу того, что ты сейчас можешь пойду. даже. Вот теперь пошел у меня вот так вот. Да. На единичку. О, нет, там будет что-то большое и дикое. Нет, не совсем хотим. Ходим. Хитрый Арне. Оставил 2 инстантовых спыла, наверное, на руке. О, у меня вообще сходится баланс и дебет с кредитом. Не. Так, а сколько я нанесу, если так пойду? Я так нанесу 4, а так я нанесу 3. Ну, давай всеми пойду в атаку. Надо быть агрессивным. Огрессия. Эффектов нет. Нет, на 4. Окей, во второй мэн я выберу птицу. Моноптицу. Моноптицу, которая говорит, что Target Land становится землей по моему выбору. Все. Basic Land Time. Там у меня есть небольшой флайер 1-1. Передал. В конце этого хода. Давай. Ну-ка. Это ж. Раут! Бросец. Ну, слушайте, это неплохая рарка. Очень неплохая рарка. Ну, да, инстантовый в раз.
А почему на ней так? А, ты типа доплачиваешь, да, и можешь играть ее как инстант. Да. Это неплохо. Это неплохо. Но в Response сделал так, чтобы... Не можешь. Почему? Так и вышло. А, да-да-да-да. Окей. Трап убили. Ну что, еще попадается Арна со мной. В конце этого уходит. Да, давай. То есть... Ну, хорошо, что я сходил всеми в атаку. Так у него на 2 хиточка меньше. На 1 хиточка меньше. Ну, а догадайся, почему я тебе позволил в атаку идти? И пропустил этот дамаг. Я ждал, что ты во вторую главную фазу сыграешь существо. Чтобы унести всех. Ну, окей, но ты в 5 хитах. Одно существо это одно существо, а в 5 хитах это в 5 хитах. На самом деле, действительно, друзья, играйте существ во второй мейн. Так что, чтобы... Вам это выгодно, в первую очередь. Ну, если, конечно, эти существа ничего там вам не делают, нет никаких полезных ИТБ-триггеров. Да ладно, что ты на свой грейв смотришь? У тебя есть чем возвращать с пылы? Прекращай! Если вы с пылы. Существ, окей, реаниматор. Бодренький реаниматор. Ну, на руку только. На руку. Ой, какая прелесть. Возвращай рентарь плечи карт. Поднял дрейк. Рекавер. Прекрасный арт. Поднял дрейк и подрос. Угу. Такой хороший. Как много спилов, которые еще и карточку тебе дровывают. Прикольно. Тут, ну хоть у меня и 19 хитов, но тут можно и... Осторожнее. Этим самым. Так, ну нам нужен какой-нибудь хороший спел. Это хороший спел. Он прям вот прикольный. Ну, давай посмотрим тебе руку. Раз, два, три, четыре. Ну... Ты можешь, конечно, деку посмотреть, но там, я... понятное дело, что не будет. Ну, я сделаю, если я могу, я ее посмотрю. Я как минимум узнаю, какие у тебя карточки. Так что я буду знать, какие это у тебя карточки. Это карточка Discards или что там? Просто в грейв? Не, они изгоняются. А, карточку, которую я тебя вынул, изгоняется. Ну, давай смотреть. Ну, блин, фигово, ты мне Win Condition из руки вынул. Так, я должен теперь понять, что из этого Win Condition. Overload. Serpent 2-2. Control and Island if you paid. Ну, короче, это за 6 ман, 6-6, дура. А Верлоу что делает? Деструит артефакт. Да, это нас не интересует. Естественно, мы изгоняем эту. Я смотрю, что там у Арны в библиотеке. Я поднял. Смотрю, что там у Арны в библиотеке и что нас ждет. Остался хоть какой-то винкондишн. Ну, тут есть приятные спылы. Именно спылы или существа? Спылы. Но не существа. Спылы тоже хорошие есть. Окей, на, пошафлися. Все? Ну, пока все. То есть у Дрейка есть шанс нанести какое-то количество... Да, пациентов. да. Какой прикольный арт, посмотрите. Да. А название такое... Александр вообще... Грегори нарисовал. Да. Так, ладно, заход под роллс. Давай. Прикольно. Ну, нашелся Win Condition почти. Ну да. На 2 тебя совершенно. Ну, скорее всего, я быстрее я развалюсь. Потому что у меня. Я же ходил первым. Ну что, чарка, которая. Да. Чарка, надеюсь, которая звучит следующим образом. На один пинга. А потом. Это похоже на черненькую, которая сейчас у нас есть комончик. И тоже 4 ударит. Прям вот очень похоже. Оно пингает, вернее, она перекачивает. У тебя в апкипе. Ну это как ремувал еще работает. Да. Ее можно проесть и снести существо. Да, все очень плохо. Передал. А, оно в существо бьет 4 дырки, да? Если проем. Я думал, он мне в лицо еще бьет. Ну, еще на 2. Ну да, еще на 2, ничего не могу сделать. Вот такая у нас война бустеров. Да, чувак, который будет получать protection from black. Ну да, что-нибудь еще. Ходи. Ну, мои карточки. Господи! По-моему, оно даже что-то стоит. Если это файловые, то да. Да. У тебя теперь есть файловые яйца? Практически. Но я должен это сыграть. Это яйца, да. Тролл Хорн Камео. А, нет, не яйца. Ну, в принципе, да, может что-то стоить. Где-то в каких-то едыхашках и в чем-то еще. Файла другая. Посмотрите. Да. Старая файла, она... Она другая. Она не просто другая, она просто лучше. Да. Ну ничего не могу сделать, передал, но сыграл хороший. Хороший. Хочу ли я это ломать сразу? Ну чего? Хиточек? Или ты в мой? Не, я этот в конце этого хода
А, да, у тебя есть там. А, у меня красная была затапана. Угу. Почему-то ману не смогла. Эти хиточки ты отнял уже, да? Нет, вот теперь отнял. Я подруг. Я, наверное, сломал тебе такую. Сломал файл. Когда еще будет эта цель? Ну, на три еще сходил. Сходи. Эх, моя агрессия. Ну, слушайте, ну в раз это нечестно. У меня был какой-то дурацкий мангуст, а у него целый этот. Ну, на тебе. Минус один, минус один. Кого? Сюда. А, блин. Он, а белая есть, да? Тогда действительно сюда. А, здесь протектор. Есть два стула. На дром Дрейки точеный. Ну окей, сюда, чтобы как минимум ему придется... А, слушай, а как это на следующий твой ход сработает? Он все равно к твоему ходу умрет. Ты не успеешь заплатить или успеешь? Как это работает? По-моему, он все равно умрет на начало твоего хода, и ты в респонс не сможешь заплатить. Так что я зачарую его, да, давай. Да, да. Начало твоего хода, растапался. Ну если что, подправьте нас. В конце ход. Но если что, поправьте нас, друзья. Подправьте нас, друзья. Ну да, пока все еще, видите, сопротивляемся чуть-чуть. Cursed Flash, прикольный. Тап. Проходи. У меня уже три карты. Ап. У тебя тоже не сильно больше. На, я тоже сыграю такую. У меня тоже есть такой дракончик. Ну... Пусть он будет черным. Вдруг я подниму там какой-нибудь. Давай! По-моему, у нас сейчас будет ничья. Есть шанс на один? Да. Я не помню, что у тебя там было что-то такое, что могло бы меня вообще разбомбить. Да. Да. Давай. Ну, я должен справиться. Ну, я не буду играть этот спел, потому что в этом нет смысла. Передал. Еще хиток. Ну, есть ощущение, что проиграет Арна, потому что он здоровается на через два хода. Или я. Нет, Арна. Да. Давай. Смотри, какая прелесть. Wizard Creature. За беленькую тап, тап таргет Creature, а за черненькую тап оппонент теряет одну жизнь. Гилдмаг такой за копейку. Гилдмаг за копейку, да, прикольный. Давай. Новый Дефрейшн, да. Ап. Но сейчас, если Арна меня как-то не убивает, то на следующий ход он умирает от того, что передровал себя сам. Ну... Не, в смысле, этот пингает на апкип? В апкип, да. Да, ну, в начале хода. Умирает, а я вдруг стою. А, то есть тебе сейчас нужно мне нанести как минимум два хита. Значит, тогда выиграешь. Смотри, вот это уже один. Я понимаю, но тебе нужно сейчас и еще один. Но у меня как бы есть блокер. Вот так пошел. Встал в блок. Держи меня. Что-нибудь еще? Болт? Пока ты не поднял гипотетическую контру. Гипотетическую контру? У меня две карты в руке, синенькая есть. Две в лицо. Да ладно! Да. Ну а чё ты сидел тогда, засранец? Да, Арта выиграл. И причём, смотрите, как он... Не, ну ты сейчас можешь лаген поднять какой-то внезапно. Ну окей, две в лицо. Ничего, у тебя хиточки, да. Ап! И что он делает? Ты генит, нет? А, лучше, смотри, Каву с кикером... А, нет, положи, оно... я на два тебе нанесу всего лишь. А у тебя истра красная. Да, я говорил, что вот это... Нет, ты говорил, это болото. Ну ладно, Эндро. Я говорю, что это Борот, я не помню. Но нет, Каву выйдет... Ту каунтер! Я три нанесу тебе! Я нанесу тебе три! Он с хостой? Да. Сейчас буду в двух. Да. Но ты в моем апкипе выйдет. Да, друзья, ну давай посмотрим, какие у меня последние карточки были. И это... Ну, камончик. Ну, нормальный. Так, что у меня за анкомунов-то было? Ну, мы вскрыли... Рарки-то понятно, да. Я не знаю, ну, рарки, наверное, не очень дорого стоят. Я просто просматривал этот сет. И самое дорогое, это, наверное, файлушка. Давайте сейчас посмотрим и порадуемся вместе с вами, сколько он стоит. Сейчас я посмотрю. Тролль Хорн Камео. А, у тебя еще это было, типа, сломать землю и поискать базу? Да, но я не стал, чтобы они... Не декнуться. Да. Не, мангуст прикольный, чё. Тронфорд Камео. Файла. Сейчас я смотрю. Ничего не стоит. Да? 0.49. Ну, раут ну, и мангуст. Во всяком... ничего они не стоят. Вот. Друзья, это была война бустеров. Мы возобновляем эту рубрику. У нас еще много классных бустеров. Ставьте лайки, подписывайтесь.
и найдете свой Vintage Edition. Пока-пока!